них задолженности по перед другими кредитными организациями там порядка 20 миллионов. И до сих пор никто с них ничего еще не взыскал. Североморский тепловик – предприятие ЖКХ с долгом около 3 миллионов рублей. Муниципальное предприятие, собственником которого является администрация Муйского района. Исполнительный лист о взыскании задолженности у них на руках. Однако взыскать с них денежные средства не могут уже в течение многих лет. На протяжении 4 лет этот вопрос рассматривался и на заседаниях в правительстве. Рассматривался вопрос о том, чтобы дать денежные средства из правительства, чтобы погасить зарплату, ну и выступить кредитором. Естественно, в правительстве денежных средств не было, вопрос никак не решился, поэтому выхода из положения по погашению заработной платы я не вижу. Не видит выхода из трудного положения конкурсный управляющий еще 8 организаций банкротов. Сегодня они все здесь, на заседании. И, кстати, уже не первый раз рассказывают о своих проблемах. По официальным данным Бурятстата, задолженность по заработной плате среди предприятий Бурятии, находящихся в стадии банкротства с начала 2017 года, выросли на 56% и составила 65 миллионов рублей. В целом в реестре Государственной трудовой инспекции по Республике Бурятия числится 47 организаций должников. На сегодняшний день законодательство таково, да, что для погашения задолженности именно по банкротным предприятиям здесь используется только конкурсная масса. То есть это то имущество, та дебиторская задолженность, которая была у предприятия. Ну а так как правительство Республики Бурятия не являлось стороной сделок, да, скажем, это же у нас коммерческие предприятия, как правило, все хозяйствующие субъекты, бюджетных организаций, сразу скажу, здесь нет у нас. Поэтому, и выплатить из бюджета, погасить задолженность мы тоже не можем. А это значит, что пока не будет продан весь нажитый предприятием капитал, задолженность по зарплате работникам не погасит. И гарантировать сроки никто не сможет. Елена Власова, Алексей Жилин, телекомпания АТВ.